В Анапе прошло первенство профсоюзов России по волейболу среди юношей. В умении владеть мячом соревновались 8 команд из городов России и ближнего зарубежья. Чувашскую республику представляли спортсмены 61-й Чебоксарской школы. Они победители школьной волейбольной лиги республики. Первое место ребята заняли и во всероссийских соревнованиях. Им не больше 17, но они уже много лет в спорте, выбрав волейбол среди других видов деятельности. Максим Павлов уже в 5 лет знал, чем хочет заниматься. Играя с ребятами со двора в пионербол и волейбол, он мысленно представлял себя в команде настоящих профессионалов. Сегодня Максим номер 10 в самой сильной юношеской команде города. Играть в команде мне это доставляет большое удовольствие. Мы как одна большая семья. Подготовка дала себе, конечно, знать. И не сказал бы, что легко в каждой игре было сильное соперничество. Среди соперников волейболисты Ставропольского края, Тулы, Москвы, Воронежа. Самыми сильными оппонентами оказались минчане и челябинцы. Однако и им чебоксарские спортсмены не уступили. Сама тренер успеху своих подопечных ничуть не удивляется. В прошлом году мы ездили, на год старше были ребята, участники соревнований. Мы заняли 3-е место. И в принципе нам уже предрекли, что мы будем фаворитами в этом году. Мы занимаемся уже 10 лет. Я думаю, мы уже стали профессионалами. Попасть в счастливый волейбольный кружок школы может любой учащийся. Было бы желание и воля к победе. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика.